Вот он. Ой-ой-ой-ой. Друзья рыбаки, всем крепкого здоровья. Сегодня у нас стоит очень хороший денек, дует легкий западный ветерок, погода минус 20, и мы вместе с моим отцом выбрались на рыбалочку. Даже несмотря на обильный закорм лунок мурмышем, поймать рыбу нам так и не удалось. Поэтому вечерку мы решили провести на другом водоеме. Сижу, рыбачу, отец кричит, сейчас кого-то поймал. Я как нагорел, щука клюнула, короче. Подоставали. Килограмм. Да, вот такой. Ну как? Вот, смотри, сколько леска отпустила. Метр глубины всего было. О, пободался знатно, да? Да, о. Адреналин нахапнул. Да, весь метр меня на леске выпустила. Нормально. А я уже бугор схватил, к тебе лечу. Давай, отпускай. Пока батарейка не сдохла. Оп. Тихо, да, давай, давай. Лунку, давай, плыви. Все, до свидания. В тот день вечером я мог похвастаться только несколькими некрупными окуньками, однако были найдены достаточно перспективные лунки, на которые я решил приехать на следующий день. Опа.
Оказывается, камеру ребята можно заряжать с помощью пауэрбанка. Представляете? Вот только совсем недавно узнал. Приехал сейчас на рыбалку, камера разряжена. Соединил к пауэрбанку, оказывается, заряжается. Красота. Сорожка плавает. Вот точка классная, конечно, здесь. Вообще слов нет. В чистом поле лунки плавает сорога. Никакого корма тут, ничего нету. Удочка у меня сейчас была лайка. Поменял я кивочку. Но более чувствительный поставил. Лесочка тут идет 0,074. Мормушечка идет 0,2 грамма. Снасть чувствительная, очень хорошо работает. Оп. Вот она. Лёшка с первой проводки. Сразу же клюнул. Вот, ребят, на паузе клюнула сорожка все-таки. Наверху и на паузе поменял мормушку на муравья с белой бусиной. Вот она все-таки не выдержала, присосалась. Ладно, надо поменять место дислокации. Тут ух ты, ух ты, шо как идет, подбагрился. Вот еще один. Алена испекла кексиков. Они сейчас дома с Кирой сидят. А я вот уехал на рыбалочку. Окей, кексик красивый. Сейчас чайком забабахаю и пару окуней на полкило поймаю. С кремом. Все своими руками. И тесто, и крем. Пришел вообще на новое местечко. Сейчас забурим несколько колонок и камерой посмотрим, есть ли тут травка и рыбка. Вот и окуньки плавают, сорожки там какие-то вроде. Нетипичная какая поклевка для окуня. Самый краешек. Сейчас мы им подсунем удочку комбат с лесочкой 0,1 с торожком. Значит, покупал, который у Андрея Островского. И мормышечкой тоже у него покупал по 80 рублей.
Вот такой вот. Сейчас посмотрим. Откликнется ли рыбешка. Должна откликнуться, куда она. Давай, поехали кататься. Ух ты, ух ты. Ты смотри, что. Не успел начать трясти. Уже в сам дарил. Окунек. Жестко как. Сожрал просто он эту мормышку. Прям вот реально сожрал. Смотрите как. Вроде мормышка такая здоровенная. А он ее просто вот в топке она у меня. Капец. Пришел тут. Луночки есть старые. Я не знаю, кто-то сегодня сидел. Сейчас. Ну так хорошая тут. Сорожка-то плавает. Оп. Вот она. Нормальная. Сорожка. Бодрная вся. Сработал этот самый. Какой хороший сорожка попала. Ну, красавица. Четко. Четко вообще огонь. Ой-ой-ой, хорошая какая, хорошая, ой-ой-ой, какая замечательная, ну как, дочка вот у меня родилась, и я пару недель на рыбалке не был, прям жестко соскучился, сегодня вот приехал, оп, ох, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бьется как хорошо. Смотрите, качок клюет и клюет. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это кто? Сорожка. Хорошо, как сопротивляется. Красота. Там сказка. Ну, парни, рыбёха клюнула на мели. Смотрите, какой здравый конец. Сожрал мормышку полностью. Вон чё. Ну как. Ой. Вот. Приклюнулся как. Ну какой. Красавчик. Давай, газуй. Вот он. Ой-ой-ой. Ты кто? Господи ты, боже мой. Кто там такой попал? Дичь какая. Фух. Вот это, ребята, плотва. Представляете, какого размера сорога?
Очуметь. О! Круто! Вот, ребят, первый раз я такую плотву ловлю зимой. Классно! Грамм 150, наверное, точно здесь. 200, может, даже. Ну что, ребят, я считаю, что я сегодня просто отлично порыбачил. Даже несмотря на то, что была рыбка не крупная, но тем не менее пробежался я по своим точкам. Постоянно перемещался и пришел на старые лунки, кем-то оставленные. Они были немного закормлены. Опустил камеру, там плавала сорожка. Ну и, собственно говоря, я немного ее половил. Ловил сегодня на сторожки, которые покупал у Андрея Островского. Удочка была на испытании сегодня у меня. Комбат или комбат. Балалайка самодельная. Рыбачил на леску 0.1 и на леску 0.074. Ну и в конце рыбалки нам попался небольшой такой бонус. Ну как небольшой, для этого водоема это прям шикарная плотва. И достаточно хорошего размера окунек. В общем, отдохнул я просто шикарно, чего и вам желаю. Ну и у меня на этом все, увидимся с вами в следующих видео.